Я сумел отбиться. На мэра Иванова сбитый напал ярославец. Вечером Владимир Шарыпов возвращался домой. Во дворе на него напал неизвестный. Он накинулся на мэра Иванова не просто с кулаками, а с битой в руках. Удар был таким сильным, что бита сломалась пополам. Я сумел отбиться, всем рекомендую заниматься спортом, это помогает, рассказал Шарыпов. Стало известно, что подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний ярославец. Подробности ситуации и расследования на сайте прогород76.ру. Это была наша постоянная рубрика «Extra Virgin», в которой мы отжимаем только самое интересное из мира новостей. Если нравятся наши новости, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые публикации.